есть они как бы есть в деле, но опирался исключительно на экспертизу, которую проводили государственный суд, проводил экспертизу, только на данные этой экспертизы, которую полностью опровергает также принятое к рассмотрению уже независимая экспертиза. Ну это же уже другой вопрос даже. Там марихуана там или что-то было, хоть радиоактивное вещество, но если его подсунули, так это подсунули, значит, что бы там ни было. Они могли не принять. Да, да, это уже вопрос не по существу. Они могли не принять его, результаты этой экспертизы, дело вообще, сразу отказаться и все. А они приняли. Значит, они должны были исследовать и сравнить, и сопоставить. По всем материалам, судья не считает необходимым. У нее нет оснований не доверять этому заявителю, что он в своих показаниях как бы все время был последователем, еще последователем, выучил свою роль. А вот вы не могли бы рассказать историю до этого с наркотиками? У вас вроде как тоже милиция прессовала. Тоже. Ну, у меня был условный ослушный. Когда я открыл эту фирму, полиция подала мне руку. Его, сейчас я не точно помню фамилию. Психологическое давление тогда еще, ну что не проснулось 90-е, что так бы подъехать человеку. Ну да, чтоб я сам к ним пришел, а как бы повод находил, что я как бы себя плохо веду. Хотя у меня фирма, я работаю, занимаюсь, давала людям деньги зарабатывать, и сам, естественно, тоже зарабатываю. Получилось почти месяц, когда вас вспомнили на прокуратуру. Нет, там у меня еще что-то случилось. А фамилия тоже Егоров и судьи... Это Лобнин, судил сейчас, я не помню, Лобнинский городской суд. Фамилия я вот не помню. Просто очень много прошло времени. Ну это все можно в документах посмотреть. А в момент суда уже вот этот Егоров стал подполковником милиции по особо тяжким преступлениям. И судья знала, что я не виновен, почему мне и дала условно. Потому что, ну, по 111 часть 2 у нас в России такого не дают условно. Все прекрасно это понимали. А дали мне условно. А что там случилось? Подо что вас подвели?